А, да, я сюда зашел и все. Ну что ж, йо, всем привет, с вами Нот, где мы продолжаем наше путешествие в этом прекрасном мире. Где мы пытаемся спасти наше поселение. Я не знаю, получится, не получится, спасем, не спасем, зафейлим, не зафейлим. С одной стороны, как бы хочется путешествовать, но с другой стороны, я понимаю, что эта игра нереально долгая, просто нереально. И тут возникает вопрос. Так что... А, я же зашел. Так, двигаем. О, здесь что-то есть. Окей. I admire your optimism. Что они все время нападают-то на меня? Can you make an epic pose? I need inspiration. То есть мы с вами бухали? Да ты офигел, я смотрю. Ну давай. Так, стоп, у нее свободная ячейка. Просто-то. Вообще странно, что мы с ними тусили, мы с ними говорили, мы их не убивали. Особо только... Блин. Чего? Ага, я же еще тук-тука нашел. Давай. Так. Эх, нас ведет дорога приключений. Что же нам она будет светить? Оу. Вот это гоблинки. Нормально. Это все нужно. И тут. Вот мы сейчас тут сохраним. И пойдем сюда разбираться. Фига себе. Чувак научился играть одной левой. Да, прикольно. А вы-то кто? Что-то знакомая рожа. Ладно. При виде вас Кастин громко, коротко кивает. Под его курткой вы замечаете доспехи. На поясе висит меч. Страж готов к битве. Рад видеть вас, барон. Пока мы ждали, я успел выбрать удобное место для засады на служителей культа. Я получил твое письмо и прибыл, как только смог. Благодарю, ваша милость. Я решил, что вы хотели бы своими глазами увидеть это место. Святыня Ламаш, что находится за этим холмом. Я предлагаю устроить засаду прямо здесь. Тут хороший обзор. Мы сможем проследить за служителями культа и выбрать подходящий момент, чтобы напасть. Если хотите, можете осмотреть закон святыни. Я должен идти, жди меня здесь.
Мы готовы к засаде? Кастен качает головой. Не сегодня. Возвращайтесь позже, и мы подловим их в неожиданный момент. В смысле не сегодня? Встретиться в день лунный, первый день недели. Да вы издеваетесь? А сейчас какой день недели, чтоб его? Первый день недели — это когда? Где календарь? Как календарь-то посмотреть? Двадцать пятое. А как я узнаю, первый день недели, не первый день недели? Блин, когда это первый день недели? Меня бесит. Как мне понять, какой у меня день недели? Ну-ка, давай отдохнем. Нет, это месяц идет. Ну, давай до часу отдохнем, не знаю. Узнаем, это ли первый день недели. А мы не можем здесь подождать до первого дня недели? Что знаешь, Алама, что, бла-бла-бла. Ну будем ждать, что делать? Будем по дням ждать, пока не будет первый день недели. А ладно, ты не можешь до сюда отдыхать, что ли? Для отдыха нужно поохотиться. Да ладно, дайте мне... Я не могу так долго отдыхать. Ток-ток. Нок-нок. Этот мог быть нашим вором, если бы я не был вором. Но его слишком долго искать. Давай. Я не могу отдохнуть, алё, чё за фигня? А как я узнаю, какой день недели, вы издеваетесь? День Луны. А считается Днем Луны? Но. Да ты меня бесишь. Я уже пропустил два дня, да?
Отлично. То есть я просто стоял, они решили до меня докопаться. Первый день луны. Нет смысла ждать. Ну, давайте пока не будем ждать. Я просто подумал, нафига я это делаю. Ну, поговорить с ним все равно надо. Надо не забыть, что здесь ломаш-то у нас. Просто надо будет дождаться, когда это будет первый день луны, чтоб-либо. Все, мы это типа прочитали. Что у них тут есть? Кости, статуя. Ничего полезного, да? Да, я мечтал, чтобы такие игры были в 3D. Но имеется в виду не сверху, а от первого лица. Но потом иногда понимаю, что да, для игр подобного типа сверху выглядит очень достойно. Надо просто понять, когда этот день луны, чтобы его. Чтобы не тупо 3 дня стоять здесь ждать. Вот, не день луны? Нет, не день луны. И что это за место? Искатель приключений, знание, религия. За камином висит символ Эрастила, бога охоты и религии. Думбра, ты кто еще? Что за трактир? Да. Что за место? Разве не видно? Думбра фыркает. Место, где можно уронить кости после охоты, промочить горло и пожрать немного. Чай к ближайшему трактиру далековато топать. Давно ты тут живешь? Думбра пристально смотрит на вас. Да, немало, много лет. Все окрестности знают, что равнины, что болото. Уединенное место для постоялого двора. А что и не... А это не постоянный двор. Постоялый двор. Думбра оглядывает помещение. Это дом мой. Живу я здесь сама, охочусь и других таких же. Погреться пускаю, если к ночи далеко от... Тракта... От... Если... Но... Фу ты, если далеко от тракта оказались. Блин. Так. На кого хочется этих краях? Бла-бла, достаточно твоей. Ага. Что у тебя есть? Выбор-то не особо большой, если честно. Ого. Я бы тоже их за 400 продал. А нет, все так же. Хотя, по-моему, чуть дороже, да? Что это? Черная шляпка. Не знаю для чего, пусть будет пока. Шкура зверя выкинуть. Яшма давай продадим. Шкура виверны продадим. Молоток сапожника. Ящные эти. Тушь. Одну эту. Карты, которые никому нафиг не нужны. Одну эту, одну эту, одну эту, одну эту. Ну и все, мне больше пихать нет. Больше-то особо пихнуть-то и нечего. Ах, жалко.
Ну, штукарик хоть. Что где тут? Даже молоко халявное. Стол. Угу. Никаких тайн тут нету. Ого. Ну, я барон. Еще не этих земель, но имею право. Что за ключ? Ключ от комнаты хозяйки. Древковая проща? Что-то новенькое, прощу я еще ни разу не видел. 3 на 10. Хм. Ну ладно. Пошли на второй этаж посмотрим. Что у нас есть? Всякие искатели приключений. Ого. Что за плащик? Плащ устойчивости ко всем. Ко всем бонус одного типа обычный склад. 2 к естественной броне. Двадцать два, двадцать четыре. Нет, он ну получше. Что это у тебя? Устойчивость, о. Что у нас тут? Документы, всякий хлам. Бумаги сундука Думбры. Что это такое? Так, закупки, хлеб, хлоп-бла-бла-бла-бла. День ясный, вечер был дождливый. Погода, погода. Зверье важно. Видел на болотах. Топят гоблина. Опять гоблины. Гоблин шастал по болотским. Что ты их слишком встал со стороны мерцающего? Не видели сильную вспышку света. Не знаю, что. Ага, сегодня. Хм. Возьмем, вдруг пригодится. Ого, заначка. Нормально так зашли в трактир. Воу. Так, и что из себя представляет броня? Легкий доспех. 3. Отстой. Значит, что продам? Надо, давай кольцо заберем. Хм. Нормально зашли в трактир, ничего не скажешь. Всегда бы так ходить, да? Так, ну все. Похоже на шпиона сейчас. Так, уйти. Так, что, у меня здесь ничего нет? Я ж могу дать указания, алло. Не врите мне, я видел там знаки. Так, успех, отлично. Что это такое? Не может. Во. Давай, иди пока разбирайся. Все чем-то занимаются, отлично. Так, ну поехали сюда. Первый день недели. Я прям в душе знаю, да, где здесь первый день недели? Как мне сюда попасть? Хм. Да вы офигели.
don't you think? Пой. Пока ты живой. Да, он там разберется. Наверное. Все, отдыхаем. Нет, отдыхаем, и потом уходить будем, все это нам все равно предложат. Смысл собирать вообще не вижу. Тут бы говорили хотя бы, когда начинается первая неделя? Где-то в глуши, отлично. Мне их построение не нравится. Ну ладно, это деньги все равно. Так. Волчье логово. Так, как мне понять? Ну, должно же быть что-то описано. Первый день недели, не первый день. Калистрандии, блин. Секундочку. Что-то знакомая локация уже появляется. Лопи их всех, давай. Ой, да ладно, чему? Волков не убьем, ох ты ж, господи. Момент. Пардон. Че, офигели, а? Сколько вы бы тут не бегали, вас всех убьем. Так. Брать все, шкура мне нафиг не нужна. Что это? Книга жертв Вольчьей стаи. На территории Авистан обитает множество племен гоблинов. Этот воинственный народ не строит города и возводит свои поселения в лесах, на древних руинах или в пещерах. Гоблины не занимаются хозяйством, они собирают отходы, грабят и мародерствуют. Иными словами, паразитируют на более развитых цивилизациях, которые избегают каких-либо дипломатических отношений с этими опасными вредителями. Гоблины испытывают патологический страх перед лошадьми и собаками. Невзирая на это, они не брезгуют компанией волка, которых используют как ездовых животных. В бою гоблинские наездники страшны, это ударная сила, которая взрывается в строй врага и несет ужас и смерть всем попавшим им на пути. Гоблинов часто можно встретить в компании варгов. Эти создания отличаются от обычных хищников большим размером и еще более свирепым нравом.
хотя варги, и позволяет гоблинам ездить на своих спинах. Вопрос о том, кто из них хозяин, а кто ручная зверушка, остается открытым. Еще один зверь, о котором следует знать пытливой исследователю волчьего и гоблинского племени, баргесты. Ученые причисляют этих чудовищных тварей к семейству гоблинов, однако по внешнему виду они весьма сходны с волками. Баргесты очень опасны, они способны менять свой облик, внушать жертве чувство безграничного отчаяния и, воспользовавшись мгновением слабости, разрывать ее в клочья за считанные секунды. Для гоблинов баргесты являются священными, они верят, что именно эти чудовища положили начало гоблинскому роду. Ну ладно, продам если что. Это кто вообще? Какой-то жрец. А, что, я не могу внутрь зайти? Все уже. Ну, пошли посмотрим, что здесь у нас валяется. Какой-то камушек. Там ошметки валяются кругом. Как-то быстро, опа. На! На! Все, добегались. Нормально. Пора дадим. Походу выход только здесь, да? Ну бегите. Странно, что зашли снизу, а выйти можно только сверху, да? Необычно. Так. Пошли зайдем. Это не та, да? Это город, наверное. Да, это не то. Так, значит, мне вот сюда. Ну, это считается первый день месяца. Ну? А, да ладно. Все, никакой день вообще. День первый. День трудов. А-а-а. Так, я промотал где-то несколько дней, и мне от этого легче не стало, да? Так, мне надо понять, какой день мне нужен. Блин, как я узнаю, какой день? Ну, пошли пока... О, да ладно. Давай, начинай отдых. Сейчас на меня нападут, как обычно. Нет? Кто из них считается, какой день, вы мне скажите, нет?
Это первый день лома, что нет? Чтоб его. Первый день недели. Вот ты проклят-то будь. Сколько здесь неделя длится, блин? Ну, мне надо до четвертого домотать. Это будет последний день, который я могу дождаться. Погуляем по району, блин. Может, там имелось в виду первый день месяца? Или вообще неделя луны, я вообще без понятия. Он же бесит меня. Да я неделю провозился, алло. Джубилос. Джубилопс. Как понять, какой сейчас день. Вот, охота на ведьм. Встретитесь с Кэстом у святыни Ломашта в день луны. Первый день недели. Я не знаю, идут они лесом. О, враги. Опять гоблины. А нет, волки решили мстить. Морские. То есть невидимые? Нет, давай ты. Прыжок сюда. Черт. А ладно, ты её забил. Леопард. Она может теперь когда хочет превращаться, что ли? Облик зверя. Нет, стой. А где остальные твои заклинания? Ну вот, вулкан. Где он? Ой. Конфуз. Ну, не забывай. У этого ордера сразу появились. Кто там круто танцует? Блин, надо на ютубе смотреть. Воспроизведение в WhatsApp просто отстой. Thank you.
Секунду, мне надо комментарий оставить. Так, ну давай отдохнем. Все равно не знаю, когда этот день месяца, чтобы его... Первый день недели, господи, когда я его найду? Куда прям по сюжету ищи. Тут недели что, годами идут. Так, ну пошли в нашу столицу. Заодно построим что-нибудь. Конечно, выйти. Конечно, транзал. Все с него начинается. Круто, я сейчас тут этих показывают крутые протезы. Ах, прям Deus Ex. Наконец-то хорошие новости, ваша милость. Майгар Варн, владыка Варнхольда, прислал письмо. Вместе с товарищем прибыл курьер, который доставил письмо. Прошу, возьмите. Достопочтенный барон Юнот, пишет вам ваш добрый сосед, правитель Варнхольда, барон Майгар Варн. Ко мне пришла ужасная весть о нашествии на вашей земле проклятых чудовищ. Не сомневаюсь в вашей доблести и боевых навыках, но смею предложить свою помощь. В это темное время. Для вас темное время. К сожалению, я не могу помочь вам мечом. Все мои воины заняты охраной наших дорог. Уж слишком много развелось разбойников. Во гонит, а? Но в знак уважения, вместе с письмом я направляю вам немного ценных ресурсов. Пусть они послужат вам и вашему народу в эти нелегкие дни. Ну хоть что-то. Уверен, что вы поступили бы точно так же на моем месте и не оставили Вархоль без помощи. А посему не ищите в этом поступке желания обременить вас долгом. Помощь моя безвозмездна, от чистого сердца. Таким баронцам, как наши с вами, лучше держаться вместе, в крепком союзе. Если пойдет один, за ним пойдет и второй. Вдвоем можно стоять перед любым нападениями, даже такими, которыми славятся украденные земли. Не смею настаивать, зная о ваших неприятностях, напоминаю, что буду рад вашему визиту в Вархольд в любое время. А-а-а. Привет, ага. Жезл молебен, добрая надежда. Давно какой-то прислал. Так, что у нас здесь происходит? В Вархольд я видел, я еще думал сходить к ним, не сходить. Так, неудача. Местный житель на погоду похож. Ага, вы не назначите. Да некого назначать было. Триумф. Неудача, ах ты ж гадина. Молодец. Джубилопс. Письмо получил. Ништяк. Успех. Успех. Что у нас здесь есть? Речная дева. 90. О, ништяк. Так, кто здесь у нас есть? 1500. А-а-а! 600 всего лишь, чтобы с ума сошли. Так, у вас нет доступных советников. У вас нет доступных советников. То есть проект этот требуется на решение. Ой, да ладно, 14 дней. А, я ж построить хотел, господи, верните меня обратно. Мне нужно развивать города свои. Так. Я как-то что строить? О! Отлично. Так, что водохранилище? Может быть улучшено до вечного источника. Требуется город.
Отлично. Что это? Что за синий? Что это значит? Что значит? Что я могу тут? Маяк? А нафига? Торговля? Пусть будет. Ладно. В этом городе построили. Мы каждый город будем потихоньку развивать, потому что это все наши жители. И нам нужно развивать его, дабы стать великой державой. Я, конечно, нифига не понимаю, что делать. Но да ладно, мне нужно что-нибудь, что даст. Торговля, лесопилка, пивоварня, лавка. Лавка, лесопилка есть. Что еще мне даст денег? Ничего. Вот, таверна. Может быть, уже она дополнительно. Ага. Влиять на лавку ремесленника, студию ремесленника, мастерская, на лавку роскоши, пивоварню, лавку. Во. Отлично. Все, с этим тоже все. И пойдем, давайте тогда к соседу нашему. Он предлагал зайти к нему в гости. Все равно денег нет. Так, первым делом мы построим дом собрания. Это вот прям все, что нужно. Стоп, 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 стоп. Эй, нет. Давайте. Случайно. У нас дом собрания был? Черт. Пусть будет лавка. Ну все. Теперь можно отсюда текать. Че это такое? Любовь народа. О, нормально. Купить ОС. 100. Так, капец, дорого. Я вообще барон-бомж какой-то. Ну ладно, мне здесь пока творить не с кого. Пойдемте попробуем дракона напинать. Я помню, он сверху был. Прогуляемся. Конечно, я подозреваю, что это испытание на более долгий период, скажем так. Но попытка не пытка. Это где-то тут. Вот, пошли-то. Ну ладно, кто там еще напал? Кого убить? И кто у нас здесь хотел с нами? Опять какой-то чудной кот. Надеюсь, когда-нибудь еще пересечемся. Котяра. Как там говорят, прощай, пес. Давай, 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 давай. Ты можешь, можешь, можешь. Вперед! Нас ждет дорога приключений. Сейчас. Амархоль как раз вот он, да? А, нет. Вот он, Мархольд. А, Варнхолд. Ну да, продолжаем пока. Так, Хагис. И чё он даёт? Нет, бесполезно. Скорость передвижения. Отлично. Конечно, они вот везде впихивают еду, но насколько это удобно. Надеюсь, Алама что не зафейлю.
Ну пошли. Ну, я думаю... Да, это оно. Я ж попробуем пробиться. Здесь нельзя отдыхать? Стой, в смысле нельзя отдыхать? А где можно? Последний раз мы здесь были на уровне так третьем. И мне кажется, на этом у нас есть шанс. Давай. Вот, и на этом мы закончим. Ну что ж, всем хорошего настроения. Кто знает, где неделя, скажите мне. Всем пока.